Запрос на безопасность в обществе повышается, а национальные интересы Беларуси, учитывая современные вызовы, становятся приоритетом для всех жителей государства. В Гродно прошла научно-практическая конференция, посвященная этой теме. Ее провели на базе Купаловского университета. Студенты, ученые и представители власти обсуждали, как реагировать на новые риски и внешнеполитические угрозы. Особенно в нынешней ситуации, когда из-за конфликта в Украине усиливается давление на Беларусь. К масштабной работе подключились более 80 участников. Их задача – разработать новые и эффективные методы обеспечения государственной безопасности в непростое время. Всем известно 8 сфер. Я хочу поднять 9-ю сферу, которая называется идеологическая безопасность. И как раз-таки попытаться определить интересы в этой сфере, источники угроз в этой сфере. Я думаю, что это как раз то, чего нам не хватает в современном мире. Вот в этом мире, хорошем, развивающемся, в то же время вызывающем, в том же время коварном мире. Поэтому вот я думаю, что тема довольно интересная, и особенно молодому поколению, потому что жить и строить страну как раз-таки это задача молодых. Преамбулой к конференции стал семинар, который прошел в Гродно в декабре. Тогда на совещании определили ключевые направления для диалога и выработали проблемное поле. Итоги конференции станут основой для формирования приоритетов и стратегии в общей концепции национальной безопасности республики. Вопросы безопасности становятся более актуальными, живыми. И самое время, может быть, об этом поговорить, ответить на эти вопросы, потому что запрос в обществе на безопасность явно повышается. И об этом надо говорить тем более с учеными, тем более с молодыми людьми, и чтобы говорили это эксперты и специалисты.